Акция начинается ровно в полдень. К этому времени к спецавтомобилю уже подходят люди. Узнать свой ВИЧ-статус. Это очень даже удобно. Зашел в магазин, увидел и даже лишний раз сам себя проверил. Очень удобно. Потому что так вот из дома специально никто не пойдет. Это 100%. А вот по пути-то обязательно. Программа «Тест на ВИЧ-экспедиция» в России работает 4-й год. На этот раз медики объедут 50 регионов, наш 26-й. Экспедиция следует из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Все происходит довольно быстро и безболезненно. Кровь здесь проливать не придется, достаточно мазка. Результаты теста после сдачи готовятся в течение 20 минут. За 20 минут человек может узнать свой ВИЧ-статус. Как правило, тесты отрицательные, но все же удается выявлять инфицированных. Самое главное – вовремя выявить инфекцию. В отличие от других, ВИЧ может не проявляться несколько лет. Самое главное – не допустить перехода стадии ВИЧ в СПИД. Потому что если ВИЧ мы можем лечить, мы умеем лечить, сдерживаем, то есть благодаря современным препаратам вирусная нагрузка внутри организма приближается к нулю, он не размножается в организме, то когда уже перейдет в стадию СПИДа, к сожалению, там это уже смертельная стадия, и мы уже ничем не можем помочь. Поэтому чем раньше вы выявили, тем лучше, и начинаем лечение. А лечение бесплатное. В Нижегородской области на учете в спеццентре состоят 17 тысяч человек. Ежегодно выявляется примерно по 2000 новых случаев. Десятки заболевших узнают о своем ВИЧ-статусе после экспресс-тестов. Наша съемочная группа полностью здорова. Александр Быков, Алексей Калякин. Время новостей.